У нас тут топовый стингер, собранный одним очень известным мастером. Вот мы тут можем, кто знает, тут в теме. В чем проблема? Была перетянута рулевая очень сильно. Просто перетянута, вообще не крутилась. То есть невозможно было руль повернуть. Новый велик типа. Вот так вот у нас выглядит топовая рулевая конусная. То есть вот это вот 1,5 на шарах. 1,5 на шарах топовая рулевая. И она не крутилась. И тут вообще пипец. Сейчас будем разбирать, чистить. Может, сможем восстановить. Рулевая до чистки, которая не крутилась и была очень сильно перетянута. Так вот это выглядит. И рулевая после чистки. Дорожкам, конечно, здесь совсем не весело. Но что делать? Под конус прома надо искать. Так, чем же лучше всего смазывать всё подшипники? Чистый мед. Собрался этот супер огромный стингер, 22-я рама, блин, офигенный, прям мне практически по росту, под мои 184 сантиметра. Все, перебрали рулевую, крутится теперь вообще идеально, все отлично. И настроили передний тормоз. День работы, 200 рублей. Ну вот как бы качество сборки, как у нас тросики и рубашки идут, как вот я настроил тормоз, барашек стоит, как настроил суперпрофессионал. Все барашки. Это отдельная история. Все работает, все отлично. Как бы втулки я не стал перебирать, пока еще походят.